На заседании Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад обсуждались вопросы, касающиеся бюджета, налогов на землю и имущества физических лиц и другие. Заместитель начальника финансового управления Светлана Гуркова доложила об исполнении бюджета городского поселения Сергиев Посад за 2017 год, а также озвучила предложение по внесению изменений в бюджет на текущий год. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджет городского поселения увеличиваются на общую сумму 175,8 миллиона рублей. Из них, в соответствии с адресной программой Московской области переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на сумму 76,7 миллиона рублей. В соответствии с государственной программой Московской области развития функционирования транспортного комплекса уточняется объем субсидии на ремонт дорог общего пользования в сумме 6,8 миллиона рублей, то есть уменьшается на 10,9 миллиона рублей. В соответствии с государственной программой формирования современной комфортной городской среды предусматриваются субсидии в сумме 13 миллионов на устройство систем наружного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» в сумме 25,3 миллиона рублей на проведение мероприятий по первому этапу ремонта подъездов многоквартирных домов и в сумме 1,8 миллиона рублей увеличивается субсидия на софинансирование мероприятий по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий. По результатам проведенного анализа за отчетный период поступлений в бюджет городского поселения налоговых и неналоговых доходов предлагается увеличить доходную часть бюджета на 3,1 миллиона рублей, это в основном за счет доходов от продаж земельных участков. В связи с уточнением мероприятий предлагается перераспределить бюджетное ассигнование следующих муниципальных программ без изменения общего объема финансирования по этим программам. Это программа организации муниципального управления в части ликвидационных мероприятий администрации городского поселения. Мероприятие под программу развития функционирования улично-дорожной сети автомобильных дорог в части софинансирования ремонта дорог. Программа газификации населенных пунктов, муниципальная программа комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и перераспределение мероприятий по ремонту дворовых территорий из программы развития функционирования дорожно-транспортного комплекса в программу формирования современной городской среды городского поселения. Также под программу «Комфортная городская среда» в части софинансирования по приоритетному проекту «Светлый город» и муниципальную программу реализации информационной политики и развития средств массовой информации городского поселения. В связи с уточнением мероприятий муниципальной программы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на текущий финансовый год по профилактике террористического экстремизма и перераспределение мероприятий по ремонту гидротехнических сооружений на очередной финансовый год уменьшаются расходы по данной программе на 1,3 миллиона рублей. Вносятся также изменения в финансировании мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды на увеличение софинансирования по приобретению техники для нужд благоустройства, софинансирование для получения субсидий за счет средств от штрафов внештатных административных технических инспекторов за правонарушения в сфере благоустройства, а также в связи с уточнением прочих мероприятий благоустройства в целом. Депутат Алексей Вухминцев сообщил, что на заседании комиссии предварительно обсуждались эти и другие изменения в бюджет, и по всем вопросам было достигнуто согласие. Нормативно-правовой акт о внесении изменений в бюджет на 2018 год был принят. Также обсуждалась необходимость упорядочить размещение нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Сергиев Посад. В настоящий момент предполагается исключение схемы места размещения нестационарных торговых объектов, не востребованные в течение всего срока действия данной схемы, а также приведены в соответствие нестационарные торговые объекты, не соответствующие действующим законодательствам. Заместитель главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Михаил Бутеров выступил с инициативой обращения в Комитет по ценам и тарифам Московской области по вопросам установления предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по городскому поселению Сергиев-Посад. В связи с утверждением в соответствии с действующим законодательством нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по городскому поселению Сергиев-Посад в связи с его отсутствием. В связи с подготовкой администрации Сергиево-Посадского муниципального района к реализации проекта модернизации и эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения путем привлечения внебюджетных источников и заключения конституционного соглашения к муниципальному унитарному предприятию Сергиев-Посад. Для реализации данных мероприятий необходимо превышение индекса на 2018 год с 1 июля 13%, с 1 июля 2019 года 12%,
1 июля 2020-2011 и с 1 июля 2021 года 9%. В числе информационных сообщений прозвучала хорошая новость для жителей рабочего поселка. Маршрут номер 12 БТИ «Вокзал» по просьбам жителей ликвидирован не будет.